оздоравливайтесь, пусть вам всегда это нравится, пусть это вам будет к сердцу. Вот, и пусть вы всегда хотите сюда снова приезжать. В добрый путь! Сегодня особый случай. Для того, чтобы жильцы Уварского дома-интерната для престарелых и инвалидов собрались в этом красивом лесном уголке. У всех праздничное настроение от того, что погода солнечная, а еще происходит значимое событие – торжественное открытие тропы здоровья. Наша встреча проходит в рамках реализации проекта в нашем доме-интернате грантов благотворительного фонда Пензенского имени Геннадия Тимченко. Проект наш называется «Таренкур-клуб пешком за здоровьем». Дубовая роща уже знакома ее посетителям. Здесь они не раз встречались летом, отдыхали, на пеших прогулках собирали грибы. Теперь укреплять здоровье и дышать свежим воздухом на природе можно в любое время года. Скандинавская ходьба и лыжи – это лишь часть того, что придумали организаторы на будущее. Ну а сейчас, чтобы этот день запомнился и не прошел даром, членам клуба «Таренкуровцам» предстоит покорить трассу. Она поделена на 4 маршрута – 500, 1000, 1500 и 2000 метров. Проходя дистанции, спортсмены встречают на своем пути различные препятствия. И, надо сказать, успешно преодолевают их. Трудный этап проходить? Нет, это не трудный. Легко, можно пройти. Мы, конечно, уже знаем, кто на что способен. Поэтому подбираем такие испытания, с которыми наши таренкуровцы могут справиться, говорит инструктор по лечебной физкультуре Елена Миронова. Да молодцы они у нас все. Они проходят эту трассу вообще совершенно запросто. Даже вот те, кто плохо ходит, вот у нас Наталья. Вот она у нас, вот, но она не отстает никогда. Каждое мероприятие она с нами, вот сколько она сможет, как она сможет, но всегда она присутствует, всегда она с нами занимается. И волейбол мы с ними здесь играли, и гулять, просто дышать приезжали, и грибы собирали. То есть вот это им очень нравится. Конечно, проигравших не было. Каждый одержал маленькую, но убедительную победу над самим собой, получив заряд бодрости и массу положительных эмоций. Всем участникам соревнований были вручены сертификаты, а после все вместе дегустировали горячий фито-чай со сладостями. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, «Наш город».